Привет, друзья! Интересная фраза на сегодня – bring it on. Как бы дословно – неси это на. Ну или по-русски по типу «дерзай», «покажи, на что способен». То есть используйте эту фразу, когда вы хотите принять челлендж. Посмотреть, насколько кто-то хорош, как у него или у нее это получится. Ну, например, в драке парень может сказать противнику, как бы приглашая его – bring it on. Посмотрите, какой пример я нашел из мультфильма «Похождение императора». Don't tell me. We're about to go over a huge waterfall. Yep. Sharp rocks at the bottom? Most likely. Bring it on. Booyah! Послушайте еще разок. Don't tell me. We're about to go over a huge waterfall. Yep. Sharp rocks at the bottom? Most likely. Bring it on. А теперь, друзья, давайте разберем, что же нам сказал император. Проговорим вслух, с чувством и толком. Повторяйте вместе со мной. Don't tell me we are about to go over a huge waterfall. Yep, sharp rocks at the bottom. Most likely, bring it on. Давайте еще разок. Don't tell me we are about to go over a huge waterfall. Yep, sharp rocks at the bottom. Most likely, bring it on. Только не говори мне, что впереди нас огромный водопад. Да, острые скалы на дне. Ну, вероятнее всего. Ну а следующую фразу вы можете перевести на свое усмотрение. Давай же, я готов. Ну или, ну поглядим, пустяки, я готов и прочее. Посмотрите, как эту фразу перевели в русской озвучке. Внизу скалы? Похоже, да. Фигня. Sharp rocks at the bottom? Most likely. Bring it on. Интересное выражение we are about to, то есть мы вот-вот. То есть to be about to – это когда вы вот-вот что-то сделаете или вот-вот что-то произойдет. Ну, например, it is about to happen – это вот-вот произойдет. Ну или в нашем примере we are about to go over – мы вот-вот будем проходить через водопад. We're about to go over a huge waterfall. Yep. We're about to go over a huge waterfall. Yep. Обратите внимание, друзья, на произношение фразы at the bottom. Читаем мою бешеную транскрипцию. At the bottom. Давайте еще разок. At the bottom. Sharp rocks at the bottom. Sharp rocks at the bottom. Ну и, друзья, произносим правильно нашу ключевую фразу. Bring it on. Следуйте моей транскрипции. Bring it on. То есть, видите, я букву T заменил на букву D. Bring it on. И ударение сделал на последнюю букву O. Давайте еще разок. Bring it on. 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 Не тушуйтесь, друзья, произнесите вслух. Bring it on. Bring it on. А теперь, друзья, давайте закрепим еще разок эту фразу, точнее диалог, и прочитаем вслух. Тренируем произношение. Don't tell me we are about to go over a huge waterfall. Yep. Sharp rocks at the bottom. Most likely. Bring it on. Ну а теперь послушайте оригинал. Хорошего дня, друзья. Don't tell me we're about to go over a huge waterfall. Yep. Sharp rocks at the bottom. Most likely. Bring it on. Don't tell me. We're about to go over a huge waterfall. Yep. Sharp rocks at the bottom? Most likely. Bring it on.